смотрите, что мне прислали из TikTok Shop. Ни за что не угадайте, что это такое. Это не наушники. Это вентилятор для шеи. У него 3 скорости работы. Здесь маленький экранчик. И написано время работы от 3 до 10 часов, в зависимости от скорости. Вот, первая скорость, самая простая, заряжается от Type-C, кабель в комплекте. Вторая скорость, он сюда дует и наверх дует. И третья скорость. Мне кажется, одной скорости вполне достаточно будет. Вот она. Написано, что он протестирован и волосы не завивает. Мои волосы точно не завьешь. Вот. Штука классная. Я живу в Нью-Йорке, здесь жарко, и такая штука очень полезная. И у него, кстати, здесь еще есть такой классный экранчик. Я вообще люблю все блестящее. Вот видите, процент заряда и скорость. Чего только не придумают, да? Вообще. Ну, вообще похоже на наушники, конечно, но... Нет, они дуть будут. Он для охлаждения, кстати. Потому что у меня уже спрашивали. Я в восторге, вот честно. Ну классно же. И легко включается, и заряжается тоже просто. Спасибо, TikTok Shop. Если вы себе возьмете, то мне будет копеечка. Сейчас, кстати, когда уже лето немножечко подходит к концу, то такие вентиляторы, они, в принципе, везде сейчас на распродажах, и цены будут снижаться. Поэтому следите за обновлениями. Если вот хотели что-то такое портативное, то вот это вот как раз-таки очень удобная штука и недорого стоит. С вами был Васек из Нью-Йорка. Зацените, да? Я, правда, в восторге.